победа, как говорится. Корабль проекта 22-160 «Виктор Великий» назван в честь участника Великой Отечественной войны, героя Советского Союза, капитана первого ранга Виктора Ивановича Великого. В годы Отечественной войны он командовал первым отрядом бронекатеров 3-го дивизиона Азовской военной флотилии. Закладка не очередного, а головного и самого интересного проекта, который мы сегодня строим, это проект 22-160, спроектировано-северным проектным бюро, а строится он у нас. И эти корабли будут представлять Россию во всех морях и во всех странах. Корабль проекта 22-160 обеспечивает длительное присутствие в дальней морской зоне и имеет высокие скоростные характеристики. Его максимальная скорость до 30 узлов. Мы заключили с этим заводом долгосрочные контракты, и они обеспечены практически работой до 2020 года и с принятием новой государственной программы вооружений 18-25, место для зеленодольцев, конечно, там найдется. «Виктор Великий» уже пятый корабль проекта 22-160, который построят в Зеленодольске. Главной корабль «Василий Быков» заложен на заводских стапелях 2 года назад. Второй корабль назван в честь контр-адмирала Дмитрия Рогачева. Он заложен летом 2014 года. Третий – в феврале 2016 и назван в честь участника Великой Отечественной войны, героя Советского Союза Павла Ивановича Державина. Четвертый корабль «Сергей Котов» заложен 8 мая. Зеленодольский завод на протяжении практически последних 5 лет ни разу не сорвал государственный оборонный заказ в интересах вооруженных сил. Никогда практически за это время, я по крайней мере не помню, не выходил с инициативой увеличивать стоимость работ, которая была первоначально. «Виктор Великий» будет оснащен радиотехническим и гидроакустическим вооружением. На корабле предусмотрено базирование 12-тонного вертолета, а также размещение экипажа до 80 человек. В день закладки нового корабля лучшим работникам предприятия гости церемонии вручили награды и памятные подарки. Айгуль Акимова, Дамир Низамов. Новости Татарстана. 25 лет в эфире. С вами и для вас.